Американская корпорация PraxAir и Куйбышев Азот создадут совместную компанию. Губернатор Николай Меркушкин с руководством Талетинского завода и зарубежными партнерами обговорил детали предварительного соглашения во время рабочей встречи. Объем двухсторонних инвестиций — вкладываться будет только бизнес. Предварительно оценивается в 120 миллионов долларов. Совместное предприятие займется выпуском промышленных газов. Запуск воздухоразделительной установки, которую построить на базе Куйбышева Азота производительностью 1400 тонн кислорода, азота и аргона в сутки, намечен на середину 2016 года. Сотрудничество будет способствовать увеличению объема поставки недорогого промышленного газа региональным производителям. Для города Тольятти, в целом для Самарской области, да и для страны, в принципе, это важные достаточно вещи, проекты, создание совместных предприятий, да, приход новых технологий, технологий самых передовых. Поэтому мы будем все, что от нас зависит, будем поддерживать.